На Нобелевскую премию мира за усилия по разоружению Северной Кореи должен быть выдвинут не только американский лидер Дональд Трамп, но и глава КНДР Ким Чен Ын. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Ведь если конфликт будет урегулирован, то в этом заслуга двух сторон. Эксперты убеждены, что вопрос ядерного разоружения Пхеньяна сегодня стоит самым острым образом. Его эскалация может затронуть многие страны. Напомним, 12 июня в Сингапуре прошел исторический американско-северокорейский саммит, итогом которого стало подписание декларации о намерениях.